Вот тут на столе лежат катушки Мишина у нас. Хотел бы я немного сегодня покалякать опять про это дело. Тут есть новости по этому делу, но тут вот беда. Беда, ребята, у нас Миничканулась. У нее, видимо, это, я не знаю, что-то у нее. Долечилась, наверное, себя. Может быть, это. Попробуем сейчас к ней обратиться. Минечка! Миня! Что с тобой? Ну, походу на глаза, ребята. Какой-то. Я не знаю. Это, мне кажется, передоз. Это передоз. Определенно. То есть, не так-то уж и хорошо катушки-то применять. Вот смотрите, что с людьми творится. Посмотрите, что творится с людьми. У него глаза выпадают. Вот сейчас они раз, а вот сейчас у него выпали. Один глаз выпал. Смотрите, что делается. Оба глаза выпали. И, смотрите, один на место не встает. Мне кажется, это бублик. Это бублик, это влияние бублика. Явно не плоская катушка. Это точечный удар был. Определенно. Что делать, как быть, вот, и как теперь разговаривать про вот эти вот дела. Вот тут целая гора лежит, значит, катушек Мишина. Всего этого дела. Вот. И к тому же у нее челюсть, какой-то шарик там это. Вот она мотает. Меня, Минечка, посмотрите, пожалуйста, на. Так. Все. Господин Мишин, у меня претензии к вам, походу. Беда. Беда, я не знаю. К Петру Горяеву теперь надо обращаться. В какую-то капсулу ее засовывать, что ли. Что-то как-то это вообще излечимо, нет? А? Излечимо? Не знаю. Вот. Черт, который раз подхожу и который раз не могу я. Мы в студии, у себя в студии. Тут, значит, желтый фонарик. Здесь поставил я вот саундбокс. Ну, вот так импровизированно мы снимаем, но бедовая ситуация это, ребят. Ситуация бедовая. Что-то у нее там, у нее прогрессирует эта хрень. Прогрессирует хрень-то, ребята, да черт подери, что быть, я не знаю, как быть, была такая творческая девчонка. Сейчас я вам покажу туалет типа сортира, что она там как делала. Смотрите, какая творческая была девчонка. Иди отсюда. Какие уж катушки Мишины здесь. Беда. Ребята, беда. Минечка. Миня. Слушай, у меня это уже 3 минуты, 4 минуты уже. Понимаешь, я наверное, сейчас это звонить буду. Куда-то. Куда-то звонить буду. Ага, перепугалась, что звонить буду, видимо. Ну, к тому же она еще. Мне как, у меня видос запорт. Мне видос запорт, она не это. Она не разговаривает. Нифига. Что тут делает с собой? Вон, где-то вот шнифты надобила себе, он откуда достает там все это дело. И это то она сталкер какой-то, то она вот этот вот. Это вот как их, блин. И. О! Посмотрите, что эта девчонка творится. Беда. Ну ладно, поприкалывались, это мы, конечно, да, без этого мы не можем, к сожалению, жить. Ладно, Ириш, снимай, давай быстренько сейчас мы поговорим обо всем этом. Но сначала давай, абракадабра, убери вот это вот все вот на краешек. Абракадабра,
Ручки протягиваю катушкам, смотри. И сейчас лях тебе дох, как бы сдох, они будут распакованы. Фу! Ага, ну мы прям с тобой это, мастера монтажа. Надо же было не сходить с места-то, да, теперь точку-то, чтобы запомнить, с какой снимали. Типа, о, мы крутые монтажеры, монтажоп мы крутые, блин. И все, ладно, ребята, я не буду затягивать это время, все, все. А ты зуб-то забыл вставить. Ты еще. Не лезу. Зато она, смотрите, как умеет она. Опа! Вот что у нее. Да, это мое. Все, ладно. Так, быстренько сейчас вот пробежимся по всей этой ситуации. Просто надо задать один вопрос. Но это ближе к концу видео. Я хочу узнать кое-что у пользователей. Тот, кто это дело пробовал на себе, кто работал. Мы уже давно, я уже не буду говорить. Сейчас, на секундочку, 3 сентября 2020 года. Ого. Да ого. Мы древние. Нет, нет, что, ого, ты что, бухала, что ли, полгода, как будто так проснулся, да ладно, ты вот не знаешь, что сегодня это сентябрь, да? Вот, сбила меня с мысли моей дурацкой. Да, мы это в конце я спрошу. Мы пользовались и пользуемся, ну и дальше будем пользоваться вот этим вот набором. Первый, что ли, он, да? ТГС-3А. То есть бублик, катушка и вот катушечка, троечка, она более сильная, я так понимаю, да, вот коробочка от нее с переменным сечением провода, двухчастотная. Вот, мы пользуемся очень так совсем-совсем неплохо, и очень прям все это работает, и просто в доме, или даже вот здесь, в любом помещении, просто включаешь ее, вот тут есть бесконечность, даже вот на бесконечность можно поставить, или там на час, если забыть, все. И прям чувствуется. Да, это, наверное, не докажешь вот так вот через видео. Да, у нас и нет такой цели. Но чувствуется как... вот мне чувствуется, что надо было громкость прибавить. Придурок, блин. Ну ладно, поздняк уже, все, не буду ничего. Чувствуется как вот прям вот... Я тогда говорил в одном из видео, да, в плейлисте «Сами себе лекари», все найдете, ребят, там несколько видео с катушками, кому интересно, конечно. Действует на настроение. Действительно, вот эти штуки, они чистят. Или чистят. Как правильно сказать? Чистят. Чистят. Вообще не так, да? Вообще пипец, блин, деревня. Вот грамотей. Ну, ловко, гребано. Так. Они очищающие какой-то эффект на энергетику, на атмосферу тоже, помимо всего прочего. Ничего доказывать опять не надо. Все доказано, передоказано. Наверное, как бы так. Значит, что я еще хочу сказать перед тем, как задам вопрос. В одном из видео, значит, оно называется, по-моему, оно у нас там на генерак, на главной стоит этой странице, «Приговор катушкам Мишина». Вот ссылочка здесь вот будет, вот сейчас Минь покажет, вот в правом верхнем углу. Да, вот тут вот будет здесь эта подсказочка на рекомендацию с этим видосом. И ребята из какой-то другой фирмы, у нас Юконт, мы покупали эту продукцию, которую производит фирма Юконт, и вот там написали развернутые комментарии их, ну, оппоненты, ну, конкуренты, ну, кто-то, да, наши катушки лучше там, то есть все, эти не отвечают на... значит, на телефонные звонки, у них нет инструкции, там то да сё. Я вот прям тут вот сейчас вот вставлю кусочек, что по этому поводу думает вообще сам Мишин. Прям пару секундное вот сюда вставлю. Сразу лежит сверху, это вот такой талмуд называется, рекомендации по применению. В общем, схема применения катушек Мишин. Что мы с ним делаем? Мы делаем вот так. Вот. Все поняли, да, что думает сам Мишин по поводу всех этих инструкций и всего вот этого дела. Это уже все, дай вот человеку что-то, он в дебри такие залезет. Не надо ничего усложнять, ребят, все просто. В природе тоже все и сложно, в то же время просто. Вот, ну...
Ваш, конечно, я не стал удалять, мне нет смысла ваш комментарий, вы там свои ссылки приписали, ребята из какой-то там фирмы. Может, у вас и лучше, может, и гениальнее, и еще что-то. Вот вы знаете, мне, как простому человеку, это вообще как-то вот, ну, вообще я не парюсь. Для меня, как и для вот Миньки, наверное, для любого человека важен только один параметр. Работает или нет. Есть какой-то конечно. Толк или нет. Помогает, зачем блин, еще? Или нет. У меня вот с желудком проблема. Меньше стало. У меня вот на пальце, я сейчас не буду показывать. Ну, почему не буду показывать? Покажу. А где мой палец? А, вот. Вот на этом пальце какая-то вот тут вот шишечка. Она была. Вот тут вот выскочила. Может, это что-то возрастное, я херю. Сейчас стал пропадать практически. Ну, не видно, наверное, через это. Наверное, не видно. Камера, скорее всего, будет плохо. Да, наверное. Но у меня нет цели там что-то как-то вот, еще раз говорю. Я начинаю опять балабольство свое, да, я начинаю опять что-то доказывать. Вот эти засыпаю мне. Быстро. Да, у кого бессонница, кстати, вот под них прям так спится хорошо. И чувствуется, что благотворно на окружающую среду это влияет, на атмосферу, на воздух. Каким макаром, черт его знает. Вот, я внизу здесь оставлю на канал. YouTube канал, не сочтите за рекламу, я сам подписан на этот канал тоже, называется «Беседы с Мишиным», вот фрагмент беседы с Александром Мишиным, по-моему, называется, да, этот канал. Вот этот фрагментик я как раз с этого канала и вставил, и вот сюда еще вставлю вообще, в общем-то, кусочек тоже его интервью, который созвучен как бы вот со следующими словами. Дело вот в чем. Дело в том, что в июне этого месяца число, я не помню, не скажу, не помню, катушки Мишина от фирмы Юкант. Вот, Мини сейчас вот прям пальчиком, вот, и вон еще одна, это все Юкант. Так, челюсти не от фирмы Юкант, нет. Вот эти катушки прошли сертификацию Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть это официально Минздрав России признал эти приборы. Вот. Дальше сам Мишин скажет, что к чему. Аппараты ТГС прошли государственную медицинскую сертификацию. То есть признан как лечебный прибор. Да. Я вот кусочки оставлю. Полное интервью на этот видос, полную ссылку. И на этот видос, и чтобы не искали на сам канал этот, я вот оставлю все там ниже. Вот, это я не в пику, ребят, вам, кто вот из другой фирмы, вы все благим делом занимаетесь, если это только, ну, не шарлатанство, да, но я думаю, нет, не шарлатанство. Вот, все нормально и все здорово. Мы, конечно же, для понта вытащили ТГС-5. Минечка, напомни, пожалуйста, что такое ТГС-5. ТГС-5А. Это... То же самое, да, что... То же самое, что и вот этот, только его можно возить с собой в машине. Он как аккумулятор. Mm-hmm. То есть он мобильный. Да, его мобильный. Подзаряжать надо просто. Да. Вот. Его просто надо подзаряжать. Вот, все но штурм вот этот маленький, правда. С другой стороны, поверни, пожалуйста. Да. Вот мы вот. Видим, да, для USB-шки входик. Раз. А давай продемонстрируем, Ириш. Недолго же, да? Или это сложно? Ой, сложно, наверное. Тут у меня саутбокс. Ну, смысл простой. Вот она заряжает его. Ну, в смысле, вставляет вот это вот сюда, да? Потом берешь вон это, вон, Ириш, это. А, нет, тут свой. Сори, ребят. Ну, ё-моё, придурок. Свой тут идет вот такой вот, плоский. Да, у нас штатив сломался, все. Вот такая, пока его несли, какая-то запчасть плоский, но тут вот такая вот насадка уже. Есть. Угу. Плоская, это в Америке такие розетки. Вот, или такая насадка. Ну, да. Вот такой вот крохотный. Да, но он крохотный. Вот это автомобильный. Он подразумевает, что его в автомобиле заряжать, да. Слушай, ну длину провода, вот этих проводов, он в ДНС, офигеть, их везде полно продают. Вот. И все отличие вот этого, значит, товарища 5, ТГС-5А от ТГС-3А только в том, что вот он... Вот это вот. Ему сеть не нужна. Его зарядил там внутри, аккумулятор стоит. Его зарядил и с собой куда угодно. Это а все. Во всем остальном все то же самое. Все. Вот, в принципе... А, вот. Ну, самое главное, ребят. Вот у меня вот эта бумажечка тут не зря лежит. Мы, когда все вот это хозяйство покупали, мы в довесок купили еще и вот... как сказать? Дополнительные катушки, да?
Да. Вот такой вот бублик и вот такую вот катушку, они соединены вместе. Шнуром. Вместе. И вот тут на большом, и то есть, давай смотри, вот диаметр, да, вот этого бублика. Положи, тут для наглядности, он что-то ускакал, гаденыш. Положи, давай. Вот. То есть, понимаете, да? То есть, этот маленький бублик, а этот большой. И у него вот здесь вот переключатель. Но я так чуть-чуть где-то вот выяснил, что этот переключатель или, значит, резонанс идет по центру. Вот, По черточка это по центру. центру. Переключаешь по краю. Ребята, если кто вдруг случайно, совершенно случайно будет смотреть наш канал и увидит вот эти видосы, и тот, кто пользуется вот этой штукой, да, именно вот, разложи, пожалуйста, Вот. именно вот этой, этим большим бубликом и вот этой катушкой, они соединены. Для чего они нужны, вот эти И две как катушки? ими пользоваться? Как ими пользоваться? Как пользоваться уже, вот вставочка здесь была, уже Мишин Ну сказал, как да, все пользоваться. но все равно, Все. может, их с двух сторон надо Да. прикладывать. И скажите, пожалуйста, размер имеет значение? Этот бублик там маленький, тут большой. Наверное, размер имеет значение. Вот. Ну все, все, опять наболтали на бог знает сколько. Еще раз поздравляю Александра Мишина с тем, что его признала официальная наша медицина. Что редкость? Да, что редкость, они, наверное, вынуждены. Хотя они не подгадить не могли. Мишина в интервью говорит, признали, но так процентов, ну, так, процентов 10, там, что что-то как-то вот пришлось пойти там на... И его спрашивает человек, который берет у него там вот, ну, беседа с кем проходит, в чем выразились эти 10%. Ну, говорит, вот мощность чуть-чуть на это уменьшили, на 10% уменьшили мощность. Но вот на катушку, говорит, это вообще никак не сказалось, никак ничего. Ну, как-то им надо было подгадить, понимаешь, да? Да. Как-то надо. Все, всем здоровья, счастья, любви, улыбок, ребята, не болейте. Вируса нет, ничего нет, есть только счастье, здоровье. Вот, Минькины зубы на столе. Это мое, вот, да. да. И все такое. В конце концов, когда-нибудь кто-нибудь начнет подписываться на нас, я надеюсь. А поэтому я из последней надежды говорю, ребята, подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас, пожалуйста. Ставьте нам собаку, лайку. Собаку, лайку нам ставьте. И пишите комментарии. Пожалуйста. Иначе нам все. Нам хана. Пока. Оно уже. До свидания. Ну, всем пока.